Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Сьогодні ми поговоримо про те, що у Дніпрі створили мережу з адвокації психологічної та соціальної підтримки жінок та дітей. Розповість нам про цю мережу пані Людмила Коломоєць, експертка з питань протидії насильству та взагалі людина, яка знається на допомозі жінкам. Вітаю вас, пані Людмила. Добрий день. Ну, я прежде всего хочу сказать, что это, наверное, было такой давней моей мечтой, потому что когда я возглавляла шелтер, к сожалению, не было такой мощной организации, поэтому приходилось некоторые вопросы решать, по сути, в одиночку. И у меня была такая идея объединить организации, которые конкретно занимаются этим вопросом, противодействием насилию, потому что это комплексная программа. Но нет в мире такого полицейского, нет в мире какой-то одной организации, которая придет и решит все вопросы. Это комплексная проблема, поэтому здесь должны объединиться много организаций. Вот на сегодняшний день такие организации появились, они оказали свое согласие, дали свое согласие. И вот нас, 7 организаций, которые подписали меморандум, но для меня подписание меморандума не такое важное мероприятие, для меня важна устная договоренность. Мы разделили каждый свой кусок работы, и вот на сегодняшний день есть уже результаты, несмотря на то, что прошел всего лишь месяц с момента подписания, но уже на момент подписания у нас уже было понимание и видение вообще наших действий. Вот на сегодня я уже могу с успехом сказать 11 женщин в сопровождении. Сопровождение – это юридические услуги, это психологические, это услуги, направленные на детей. К сожалению, на сегодняшний день, и вот по опыту моей работы, вот дети были невидимыми. Потому что страдает женщина, дети стоят за спиной, и как-то ни государство, ни общественные организации большого внимания этому не уделяли, пока не стали видимы вот такие явные проблемы. И когда женщина попадает в сопровождение, мы распределяем таким образом свои силы для того, чтобы покрыть абсолютно все потребности. Які потреби існують у жінок і дітей? От давайте ще більше на дітей зробимо акцент тоді. Дети, они молчаливые свидетели этого насилия. Для детей, наверное, знаете, как запись на диске происходит. Изо дня в день ребенок видит, мальчик или девочка, это абсолютно не имеет никакого значения. Если это мальчик, то в будущем он с большой вероятностью станет агрессором. Если это девочка, она найдет точно такого же мужчину, прообраз отца, и будет мирно и смирно переносить все действия агрессора. Поэтому на детей нужно обращать внимание. Есть определенные арт-практики, есть детские психологи, которые в процессе игры сначала рисуют, потом лепят и переворачивают модель поведения. То есть в игровой форме проигрывают с куклами, с игрушками, как это должно быть. Не так, как это в жизни. А, к примеру, называют Мишку папой, куколку Барби мамой. И как это должно быть, когда папа приходит с работы, мама таким образом, папа приносит цветы. Или какие-то модели, которые более приемлемые там, где нет агрессии, там, где есть альтернатива насилию. Дивіться, така ситуація, в родині сімейне насильство здійснюється. Що робите ви? Конкретно, покроково, якщо можна, для тих, хто нас дивиться і хоче звернутися до вас, але не розуміє, що ви з ними будете робити і що буде відбуватися. Давайте, навіть, к примеру, по вчорашньому дзвонку, я не буду називати ні імен, я не буду називати місто, откуда дзвонять. То, що відбувається в Дніпрі, тут ще проще реагувати на такі случаї, тому що це в зоні доступу, проще доїхати. Проще обратиться в службу. Если это какой-то районный центр или вообще отдаленное село, то, конечно, проблемы очень серьезные с транспортировкой первое, и второе даже со сбором информации, потому что и порой один свидетель может сыграть большую роль. У нас вчера ко мне позвонила женщина, обратилась, очень серьезная ситуация, очень серьезные травмы. Мужчина, этот агрессор, кидался на нее с топором. В общем-то, нету открытых травм, слава богу, но вовремя приехала полиция, отобрали топор, сняли побои. И вот сейчас эта женщина в сопровождении. То, что мы видели на бумаге, когда связались с полицией, то протокол был составлен, мягко сказано, не в пользу женщины, не в пользу. Опросили соседей, спросили какого-то авторитетного, будем говорить, свидетеля, и картинку нам предоставили совершенно другую. Якобы это не домашнее насилие, а якобы это такая семейная сварка. Выпили, подрались. Но это происходит систематически.
чистки. Что мы будем делать в этой ситуации? Вот на завтра мы уже договорились с этой женщиной, мы выезжаем на место, и своими силами мы будем опрашивать, понятное дело, с офицером громады, понятное дело, с службой по делам детей. Мы не приедем там как Бэтмены и не будем там вести какое-то подпольное расследование. Понятное дело, сюда включаются государственные органы, потому что ну, без их втручания ну, никак мы ничего не сможем изменить. И с этого момента мы спрашиваем у женщины, пострадавшей от насилия, вот, чего бы она хотела. То есть мы собираем сведения и вообще-то, собственно говоря, работаем по ее запросу. Не мы решаем забирать ее из дому, возить ее в приют или там, я не знаю, какие-то там продуктовые наборы вести. Прежде чем оказывать ей услуги, мы сначала собираем ее потребности и потом уже вместе с ней садимся и расписываем план сопровождения. И уже в этот момент уже подключаются юристы, потому что там есть квартирный вопрос, там есть там неоформленные документы на детей, условно говоря. Мы подключаем нам службу по делам детей. Распределяем каждому свой кусок работы и сопровождаем женщину. И основной, конечно, упор – это все-таки социальное сопровождение. Это тогда, когда, ну, допустим, психолог включается там два раза в неделю или один раз в неделю, а социальный работник каждый день с ней в телефонных разговорах там выясняет на сегодняшний день ее состояние, каким образом там день ее прошел и какие у нее потребности. А може бути таке, що, наприклад, от звернулася до вас жінка, ви підключили всіх, кого можна, всіх, а потім вона в якийсь момент говорить, я придумала. Ну, все буде добре, там, ми самі справимося. Таке, звісно, може бути. Ну, на сьогодні, поки от іменно в цьому проєкті таких жінок пока не было, но по моему опыту работы такие женщины есть, и это нормально, потому что, знаете, временное затишье для нее может быть даже это ее определенная зона комфорта, потому что подталкивать женщину ни в коем случае нельзя. В таких случаях мы разрабатываем план безопасности, мы это человек, который с ней в телефонных переговорах, и сама женщина. Мы рекомендуем там документы хранить в одном месте, даем несколько контактных телефонов, которые там ночью включены в случае там повторной или там еще какой-то агрессии, чтобы женщина уже знала и понимала. И как обычно, эти женщины, если она на сегодня не может решиться и выйти из своей зоны комфорта и что-то кардинально поменять, это сложно. Уехать из своей квартиры, переехать там, в тот же там, коммунальный заклад или в тот же шелтер, это сложно. Ты на море едешь, пока адаптируешься к хорошим условиям, а потом еще и домой возвращаться проблематично. Это серьезный шаг, а тем более, если женщина с двумя-тремя детьми, это детский сад, это подвязка к школе. Понятное дело, сложно, но женщина всегда знает, куда ей обратиться. Ну вот в моей практике очень мало вот женщин, которые просто проваливались, вот просто. Либо был запрос недостаточно, ну вот обоснованный. Ну а вот в моей практике они обычно возвращаются. Возвращаются женщины, которые уже побывали в шелтере и вышли, и снова вот какая-то ситуация такая была, ну неразрешимая. Обращаются. А скажіть, будь ласка, чи бували такі, ну, можливо, не у вашій практиці, але тим не менш, там серед знайомих випадки, ну, летальні випадки, да, коли вбивали, да, жінку, чоловіка? Ну, от, к сожалению, це така тема, дуже така болезненна, тому що я пропускаю все це через себе, і були моменти, коли я даже себе винила. У мене от за 3 роки роботи, ну, собственно, за 4 года работы я и шелтер открыла, потому что у нас был случай, когда женщину убили. Вообще изначально все начиналось, были просто группы поддержки для женщин, пострадавших от насилия. Вот. Женщины приходили, с ними работал психолог, и они уходили в те же условия. Был запрос, когда я говорила, вот, не стоит терпеть, нужно обращаться, что-то можно сделать. Это еще было в те времена, когда не было еще закона 17-го года, когда еще не было этого закона, но тем не менее я понимала, ну так не должно быть. И если она твоя жена, это не дает никакого права просто избивать ее. Ну, взагалі немає права бути. Никого, потому что каждый человек, ну, я не знаю, достоин уважения по праву рождения. Человек родился, и все, и нужно соблюдать его права. Кто бы там ни был, старик, ребенок, для меня не имеет никакого значения. И приходила одна девушка, очень такая молоденькая, красивая, у нее было двое детей, вот, и она была одна такая, знаете, вот из молчаливых, и у нее все время на руках были синяки, и часто она на лице замазывала синяки, и на вопрос, ну, понятное дело, она отвечала, что это муж, но как-то она его все время оправдывала, и в один из дней я попросила ее остаться. Я говорю, останься, потому что мне надо с тобой уже более серьезно поговорить. Ну, так случилось после группы, там часть клиенток вышли там чай попить, кто-то вышел на улицу. Вот. И я уже когда стала спрашивать у своих социальных работников, где эта женщина, мне сказали, она ушла. Ну, в очередной раз она не решилась говорить.
И потом мы ее там потеряли на 2-3 недели. У нас вообще такая система. Проходит 2 недели, если женщина не появляется, не выходит на связь или там в группе, в соцсетях. Соцработники обзванивают, потому что, ну, это группа риска. И сняла трубку мама и сказала, она умерла. Она умерла от разрыва селезенки, и все прекрасно понимали. Скорее всего, он ее убил. Но мама была вообще в шоковом состоянии, там остались 2 детей, она очень сильно просила, я не хочу ничего, я вот не хочу, помогите мне оформить опеку над этими детьми, потому что муж, она была мама-одиночка, этот мужчина даже не взял на себя ответственность оформить этих детей на себя. Вот, мы помогли там оформить опеку, так как бы дело это и было закрыто. И с этого момента я поняла, вот и девчонки на группах стали говорить, хорошо, вы на группах призываете, но случится такой момент, когда я решусь, куда я пойду. Ну и так распорядилась Вселенная, нашлись деньги, мы тогда открыли шелтер, и вот девочки, которые делали запрос, они оказались и прошли курс реабилитации. И 2 года работы шелтера, ко мне тоже обратилась моя клиентка, тоже одна из клиенток, которая периодически попадалась, вот так вот случалось в ее жизни, иногда там приходили, ну, такие неприятные ситуации. Но она была стабильная, и в один из дней она пришла, я думала опять с очередной проблемой, она пришла и говорит, знаешь, у меня проблема у дочери, у меня дочь замужем, живет в Кривом Роге, и вот такая ситуация, он ее избивает, а я говорю, срочно в шелтер. Она говорит, а она уже была в Кривом Роге в шелтере, я звоню туда, мне говорят, она ушла, не захотела там проходить реабилитацию, но ситуация очень критичная. Если у вас есть возможность, надо ее выдергивать из этих отношений. И я разговариваю с мамой этой девочки и говорю, надо ее ехать. Я вот прям как чувствовала, говорю, надо ее ехать и забирать. Она говорит, у меня нет денег на дорогу. Мы там всем миром собираем деньги на дорогу, но это уже было вечернее время, и она не уехала. И в эту ночь он убил ее лопатой. Может быть, вы знаете, вот эта страшная история. Маленькая девочка всю ночь пролежала рядом с трупом. Вот, и, ну, реально у меня было какое-то такое чувство, вот я виновата, вот я не досмотрела, хотя это, ну, это совсем не про меня, но для меня вот этот случай сказала очень много. Если вот ко мне обращаются с таким запросом, ну, незамедлительно, вплоть до того, иногда даже перегибаю палку, знаете, догнать и причинить добро. Иногда мы выезжаем, и проблема, ну, не стоит выеденного яйца, но все равно для меня лучше все-таки перестраховаться, дать женщине возможность либо уйти, либо какие-то контакты в случае агрессии, потому что, ну, человеческая жизнь – это, наверное, самое ценное вообще. Скажіть, чи можливо, не знаю, в нашій країні, там, можливо, є досвід якихось європейських країн, взагалі позбутися цієї теми і цієї проблеми, ну, от, закрити її і не повертатися до неї, через відсутність, да, таких от випадків. Чи можливо взагалі це все припинити? Я от, знаєте, у мене девіз, у мене навіть коли-то лагер ми організовували для подростків «Мир без насилия». Проєкт, коли я писала «Відродження», підтримали. Я вот чесно, ну, я вірю в таке, тому що, ну, є відношення навіть от в сім'ї, є модель построена вот с моей дочерью. Сейчас у меня уже там внуки, и это совершенно другая модель. И я одна и та же, но выстраивала совершенно другие отношения. Если могла себе позволить даже там прикрикнуть на дочку, то в отношении внуков я, ну, не то, что я не позволяю, у меня даже потребности такой нет, потому что я знаю другие методики, то есть альтернатива насилию. И я знаю, что это качественно и работает. И поэтому я верю в мир без насилия, но опять же, есть опыт ведущих государств, вот, например, американцы, у нас есть общая подруга, которая приходит, иногда делится опытом, это Дарлин из ОБСЕ, она бывшая полицейская, которая возглавляла группу по противодействию насилию. И рассказывая о законах, о возможностях женщин, я вот, честно говоря, в 2016 году я просто сидела и тихо плакала, когда она вещала нашим женщинам и говорила, вы сами должны себя защищать, она такая мотиватор мощный. Но когда я задавала вопросы, вот, разбирала конкретный кейс, ну, она просто, знаете, как говорила, ну, это равносильно тому, заболел ребенок, 40 температура, ну, вызови скорую, то есть элементарно. Но вот эти вопросы, у нее вот были элементарные ответы. И я, правда, я сидела, и я, вот, правда, у меня были слезы. И когда мы с ней говорили, вот недавно мы были там на общей встрече, она рассказывала, сколько шелтеров открыто в Америке, и мне дает право говорить о том, что независимо от экономического состояния, независимо от качества законов, все равно в мире будет насилие. Вопрос в другом, о доступности услуг. О доступности, потому что мы ограничены какими-то законами, какими-то приказами, мы ограничены какими-то положениями. Вот, к примеру, вот сейчас наши шелтеры, которые существуют вот на Украине,
Больше 3 месяцев женщина находиться не может. И повторно она попасть не может. У нас еще государство не заточено под социальные услуги. И за 3 месяца порой вообще раскрутить вообще этот клубок, с которым она попадает, ну, невозможно. Поэтому нужно, вот знаете, быть более гибкими в этом отношении. Вот я говорила с румынскими коллегами, у них шелтер открыт для женщины. Если с ней случилось 10 раз, и она готова приходить и получать услуги, пожалуйста. Потому что это долгий путь. Это долгий путь. Не может женщина, вот, один раз получив пощечину, обратиться в шелтер, прожить и получать услуги 3 месяца и обратно к этому не вернуться. Проблема более глубокая. Отже, як, розкажіть нашим телеглядачам, як вас знайти, як до вас звернутися в разі потреби, в разі того, якщо над жінкою або дітьми скоюється домашнє насильство? Ну, я зараз, я не знаю, якщо б можна було телефон, я продиктую номер телефону. Продиктуйте, да. 099-632-77-01. Это номер телефона, круглосуточный телефон, мы его называем «Пані Патронесса». Сюда звонит, обращается любой человек, который пострадал от насилия, и уже тогда, ну, будем говорить, там, администратор перенаправляет конкретно по запросу. Если юридические какие-то вопросы, тогда к адвокатам, если психологические, тогда к психологу, либо там социальное сопровождение. Есть страница на Фейсбуке, так и называется «Пани Патронесса», там тоже есть сообщение, туда тоже можно обращаться, если не экстренная служба. Ну а вообще, при любом акте насилия 102 однозначно полиция приедет. Если еще прозвучит слово «домашнее насилие», пришлют специализированную бригаду «Полина», и уже с этого момента уже начнется хоть какое-то противодействие. Послуги адвокації безкоштовні? Безплатні, тому що категорія пострадавшого від домашнього насилля являється правом на отримання безплатної юридичної допомоги. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Дякую за те, що ви робите. Я сподіваюся, ви почули номер телефону, почули, куди звертатися. Якщо ви не запам'ятали номер телефону і забули про пані патронесу, то набирайте 102 і говоріть про ваші проблеми. Не мовчіть, тому що коли ви мовчите, ніхто вам не допоможе у розв'язанні ваших питань. Не прощаюся зі своїми телеглядачами. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий». Скоро побачимось.